Всем привет, всем здравствуйте. Ну что, сегодня я прочитала книгу, которая называется «Тысяча жизней подряд». Книга очень интересная, мне она понравилась. Там элементы фантастики, элементы прошлого. И как бы по традиции мы с вами начинаем гадать. Три гадания. Ну что, поехали. Одиночки. Так, поехали. Страница 215. Арвин выпила содержимое своего бокала одним глотком. Значит, он вино пьет. Страница 329. В этом плане есть пробелы, поколебался, сказал Арвин, не отказывался при этом окончательно. И последнее, и страница 56. Пол скрипнул, когда я вошла в магазин, но кому покажется за пыли, сандоли и тюрин меня кружил. С этих пор я поселилась на острове, отрезанном от вечного мира. Я каждый день проводила среди темных полок и потеряла крестью из сапанных половиц. Ну что ж, вот такую книгу я прочитала. Мне эта книга очень понравилась. Вот, читала я ее с большим удовольствием, с большим озарением. Вот, вот такая книга. Вот. Мне, в общем, мне осталось прочитать 10 книг. Вот так-то. Вот. Люблю фантастику, люблю фэнтези, люблю драмы, люблю мелодрамы, люблю триллеры, вот. Ну и, немножко любовного романтика люблю. Раньше я читала детективы, вот. Сейчас у меня все прилилось, вот. Так что читаю я разные книги. Ну классику, что хочу сказать классике. Классику я читаю, но что-то она мне не нравится мне. Вот. Может быть, есть такая классика, которая мне бы нравилась, но пока нету. Вот такие дела. Вот. Мир фэнтези для меня открылся новым поворотом. И поэтому я читаю. Вот. Так что вот такие дела. Вот. Обычно я такие книги фэнтези читаю день, два, три, а может даже больше. Будем надеяться, что дальше буду брать фэнтези. Кстати, мне еще нравится дорамы смотреть. Вот. Я люблю дорамы смотреть. Вот сейчас я, немножко погодя, буду смотреть дорамы смотреть. Очень интересно, что они делают, и ребята смотрят дорамы. Ну, всем пока, всем до свидания, до новых встреч. И, кстати, обязательно книги, которые вам интересны, которые душой. Вот. Они те книги, которые вам навязывают. Так что, 1000 жизней подряд. Книга интересная, книга суперская!